Такую подушку можно связать разнообразными способами. Можно использовать жаккард, можно интарсию, а можно, как делала я, связать отдельные детали, фрагменты, которые можно двигать, тасовать, и в процессе создания подушки вы удивитесь, какое великое множество комбинаций создается из этих 16 деталей, из которых состоит подушка. Хотите узнать, как связать такую подушку? Нажмите сюда!